В составе делегации Беларуси в Китае он принял участие в третьем заседании совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и встрече рабочей группы по вопросам китайско-белорусского индустриального парка. Мероприятия прошли в присутствии президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в КНР. Участники встречи обсудили ход строительных работ по созданию инфраструктуры парка и объектов резидентов, а также финансирование проекта. Была озвучена информация о подготовке и сроках принятия проекта указа президента Беларуси о совершенствовании специального правового режима китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Владимир Зиновский рассказал, что власти республики готовы предоставить китайской стороне специальные льготы, которые помогут привлечь капитал и способствовать развитию экономики страны. На самом деле у нас действительно есть кредитные линии. 4 миллиарда – это коммерческие кредиты, и 3 миллиарда – это кредиты льготные Китайской Народной Республики под разные проекты. Создание совместных китайских предприятий на территории Республики Беларусь приветствуется. Мы предоставляем достаточно хорошие льготы, это и цены на землю, и налоговое обложение, и так далее, и даже продвижение товаров на третьи рынки. Мне кажется, что вот этот путь от кредитования к инвестированию в экономику Республики Беларусь принесет обеим странам больших успехов.